Добрый день! Вы смотрите канал «Видео о бизнесе». И сегодня мы расскажем, как каждая организация может внести свой вклад в заботу о природе. Мы не будем озвучивать общеизвестные методы, а хотим обратить ваше внимание лишь на один немаловажный факт. Это дремучесть некоторых руководителей. Когда какой-то директор ведет учет в тетрадках и просит подготовить ему отчет на бумаге, все это неминуемо ведет к увеличению вырубки лесов. А всего-то и нужно для того, чтобы внести свой небольшой вклад в заботу о природе, это перестроиться на работу на компьютере. И к тому же это еще и проще. Вы сможете вносить любые правки, ничего не перечеркивая, анализировать любой месяц работы, тратя всего несколько секунд своего времени. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и в новых выпусках вы узнаете, как формировать наглядные отчеты с таблицами и различными диаграммами. До скорых встреч!